А что вы любите? Бестроганов. Бестроганов. Вы любите бестроганов? Я люблю бестроганов. Что вы выбрали? Я выбрала цыпленка табака. Вам нравится? Да, я люблю цыпленка табака. Спасибо. А какие напитки вам нравятся? Вы любите сухое вино? Да, я люблю сухое вино. Вы любите портвейн? Да, я люблю портвейн. Вы любите шампанское? But though Russians love to let rip at a restaurant, the sprees are few and far between, and most people prefer to entertain at home. Shopping for food and drink can be both frustrating and time-consuming. But what are the shops to look for? Some supermarket, an increasingly popular place to shop in city suburbs. Володя asked the manageress what was on sale. Что в продаже? The store was particularly well stocked the day we were there. Что у вас сегодня в продаже? У нас представлены все продовольственные группы товаров. Мясные. Мясо, птица. Meat and poultry. Молочные. Молочные продукты. Milk products, such as сметана, sour cream and кефир, buttermilk, are favorites with Russians. Овощи. Radishes, cabbage, spring onions, pickled cucumbers, овощи, vegetables. Рыбные товары. Fish. Рыба. Frozen mackerel here, but most Moscovites make do with tinned fish. Вина. Wines. Most of them, of course, from the southern republics. Кондитерские изделия. Confectionery. Russians have a very sweet tooth. Около 500 наименований товара. Next, Володя asked some shoppers what they had bought and what they like to cook. Что вы любите готовить? What do you like to cook? Что вы любите готовить? Что вы купили? Я купила капусту, лук, сметану, творог. Что вы любите готовить? Мое любимое кушание – это котлеты из капусты. Спасибо. Приятного вам аппетита. Спасибо. До свидания. До свидания. Все? Сейчас 5, 25. Что купили в магазине? Вот видите, все на обед. И суп, и закуска, и котлеты, и гарнир, картошка. И картошка, да. Так что весь обед. И салат, огурцы. Что вы любите готовить? Ваше любимое блюдо? Тушеное мясо. Тушеное мясо. Пожалуйста, переклады сюда. А, 10 бутылок. Фруктовая вода, естественно. Саяны. Да. Так. Сладкое. Торт. Торт, да. Замечательный торт. Тут и сметана. И да. Сметана, и простокваша. Ну, простокваша. Сыр и чистый сметана. Здравствуйте. Здравствуйте.
Что вы купили? Я купила овощи, колбасу, сметану, бутылку воды, майонез, лук, церковную массу. Что вы будете готовить? Я сегодня не могу что-то готовить. На ужин у меня будет мясо, овощной салат и сладкое. Спасибо за беседу. Благодарю. Приятного аппетита вам. Спасибо. Enough eating and drinking for today. Let's find out what's happening to Olga and Viktor in this week's episode of До свидания, лето. Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Веселые, зеленые. До свидания, лето, до свидания. Every time there's a letter from home, Olga has to spill out all her troubles to her roommate Людмила. Poor Olga. Poor Людмила. The problem is Olga's brother Саша. Он любит технику, электронику, но он не любит свою работу. He doesn't really like his work on the state farm, совхоз. Still, he's young yet. Он молодой еще. Мой брат, Саша? Да-да, Саша. По-моему, он не любит свою работу. Он работает в совхозе, не правда ли? Да, он ученик механика. Он любит технику, электронику, но не любит свою работу. Он молодой еще. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле, вершок за 5 минут. Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года. Dom Knidi, the biggest bookshop in Moscow. And it needs to be big because Russians consume books the way the English consume cups of tea. А где Ольга? Читаете? Ой, это вы. Да, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Спасибо, ничего. А как вы? Спасибо, очень хорошо. Здесь много книг. Да, книжный магазин, много книг. Понятно. А, вот это интересно. Спорт. Футбол. Гимнастика. Хоккей.
Баскетбол. Очень интересные книги. Я не люблю спорт. Кто это? Кто это, вы не знаете? Нет, не знаю. Это Байрон. А, английский футболист. Нет, он не английский футболист. Он английский поэт. Здравствуйте. Здравствуйте. Один букет, пожалуйста. 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 Спасибо. Спасибо. Фотографии? Можно посмотреть? Да, конечно. А, это вы? Да, это я. В Павловске. А это мама. А это папа? Да. А это ваш брат? Да. Его зовут... Саша. Ну да, конечно, Саша. Пойдем, поезд. Ольга and Victor meet again. Watch next week. If you do, you'll also be able to revise all the language we've done so far. And there will be a chance to look at some Soviet television. Till then, до свидания. На одном месте. Три.